Добрый вечер. Вот и дошла до меня очередь. А мне, конечно, очень сложно выступать в исторической аудитории, потому что я сама по образованию лингвист. Но хотелось бы мне продемонстрировать, как лингвистические методы могут помочь исторической науке. Ну, во-первых, скажу о том, что Петр I очень такая, естественно, значимая личность, и он взаимодействовал постоянно с одним из наших ханов, это хан Аюка. Это очень яркая личность, он просветитель. Так, листаем мы. Каким образом? Через вас, да? Вот, это человек, который провел достаточно большую работу и пользовался большим авторитетом и среди калмыков, да, и в самом российском государстве. Хотелось бы просто напомнить, что калмыки сами по себе являются западно-монгольскими монголами по своему происхождению и прикочевали со степи Центральной Азии в степи Северного Прикаспия. И первые архивные документы, которые фиксируют появление калмыков на границах Российской империи, это начало 17 века. И знаете, что удивительно, это то, что через некоторое время, буквально в 1609 году, калмыки подписали первую шерсть о добровольном вхождении в состав российского государства. И на протяжении длительного периода, который нас связывает тогда с Российской империей, с Российским государством и сейчас с Россией, калмыки постоянно принимали участие во всех войнах, которые происходили у нас в России. И вот при Петре Первом, Петр Первый, вернее, постоянно обращался к хану Аюке за помощью по военной части на югах, на территории юга России и, естественно, на Северной войне. И вот хотелось бы подчеркнуть, что инкорпорация, так скажем, да, вот это добровольное вхождение в Российскую империю, да, оно было настолько мягким и настолько, так скажем, да, свободным, что калмыцкое ханство тогда на тот период осуществляло полностью самостоятельную политику, да, и международную, и свою денежную, и многое-многое другое, да, не менялись никакие уклады жизненные, ни традиции, ни обычаи, да. И вот эта мягкая сила в управлении калмыцким народом, да, не изменила ни культуры, ни языка, ни традиций. И вот письменные свидетельства, да, письменная традиция, которая сложилась у нас уже к этому времени, она является ярким свидетельством того, как происходило взаимодействие между калмыцким ханством, да, ханом Аюкой и Петром Первым и, соответственно, российским государством. Вот, конечно же, письменное наследие, как и для любого народа, да, это единственный источник, который дошел до нас с тех эпох, когда не было других средств фиксации речи. И поэтому они имеют большое значение для историков. Но не только для историков, но и для лингвистов, поскольку содержат в себе определенную информацию по тому, как развивался язык. Когда калмыки вступали, собственно говоря, приходили на территорию Российской империи в первой половине XVII века, они пришли уже со своей письменностью. У нас есть своеобразная такая письменность, вертикальная письменность, когда идет написание, вот как раз вы видите, да, сверху вниз, и здесь фонематический принцип написания. Каждая буква писалась в зависимости от того, какую позицию занимает в слове.
Конечно же, специалистов, которые читают это письмо, все меньше и меньше, но тем не менее еще имеются. Если первоначально у нас взаимодействие с Российской империей происходило через старомонгольскую письменность, так называемый худымбичик, да, то уже позже вот появилось вертикальное письмо, которое стало использоваться в качестве основного практически до 1924 года. Документы, связанные с ханом Аюйкой, вся переписка, вернее, осуществлялась только на айратском языке, и поэтому вот именно для нас, для лингвистов, эти документы, они интересны тем, что в них отражаются языковые события, так скажем, факты, процессы, которые имели место быть в тот период. Вот у нас сейчас... И мой доклад, собственно говоря, будет посвящен тому проблеме цифровизации наследия, да, письменного наследия калмыцкого хана Аюйки, а именно потенциалу использования данных документов именно лингвистического, с применением лингвистического анализа для того, чтобы раскрыть тему взаимодействия между двумя цивилизациями, Востоком и Западом. Как это происходило? У нас в центре выполняется два проекта. Это подготовка писем к изданию, да, писем хана Аюйки. И здесь у нас в реализации принимают участие наши сотрудники, те люди, которые владеют достаточно хорошо как бы тодобичейк, и плюс историк профессиональный. И второй проект – это проект, связанный с переводом в цифру писем и загрузкой их на платформу LingvaDoc. Письма хана Аюйки хранятся в трех архивах основных. Это в РГАДА, в АФПРИ и в нашем национальном архиве. Несколько писем, буквально 2-3 письма хранятся в библиотеке Восточного факультета СПбГУ, в Государственном архиве Астраханской области и в Российской национальной библиотеке в Петербурге. Вот. Структура публикации нашего сборника, она достаточно, как бы, так скажем, да, обычная. Она состоит из скан письма, транслитерация по правилам, да, потом переложение на современный калмыцкий язык, перевод на русский язык. Причем здесь перевод на русский язык был всегда синхронный. То есть переписка, если осуществлялась, то помимо написания самого письма, всегда письмо на калмыцком языке сопровождалось синхронным переводом на русский язык. И, естественно, оно зафиксировано в графике XVIII века. Затем переложение на современный русский язык. И вот самое важное, на мой взгляд, да, что вот в этих письмах, когда есть и калмыцкий перевод, вернее, калмыцкий текст и русский текст, из этих двух текстов можно почерпать с достаточно такую максимальную информацию. С одной стороны, какая-то информация упущена в калмыцком тексте, или наоборот, какая-то информация в русском тексте, и они взаимодополняют себя, и предстает более полная информация по тем или иным событиям. Естественно, каждый текст сопровождается комментариями лингвистическими, историческими, но вот... Самое, как бы, да, традиционно транслитерация происходит на латинице, но не всегда, как бы, профессионалы, историки могут прочитать, да, на латинице данное письмо, потому что все-таки, как бы, то современное бытование калмыцкого языка на сегодня и то, которое было в XVIII веке, естественно, сильно отличается. И поэтому мы делаем научный перевод этих текстов, которые можно будет уже использовать для тех или иных исторических, как бы, работ. Вот. И второй у нас проект, он, естественно, связан с первым, такое логическое продолжение, это более такой качественно новый уровень перехода архивного документа в цифру, да, создание корпуса старописьменного наследия калмыцкого народа, да,
который в максимальной своей форме приближен к разговорному, будет, естественно, являться уникальным источником. И вот мы сейчас в институте проводим работу по созданию на нейронных сетях грамматического анализатора, то бишь парсера, да, для распознавания текстов, которые сделаны на переделаны в транслитерацию. Помимо всего прочего, наследие достаточно большое, да, то есть мы до 1924 года осуществляли коммуникацию на тудубичек. Соответственно, да, огромное количество документов сохранилось на этом письме. И поэтому для нас важно перевести, создать программу по распознаванию этого вертикального письма, да, поскольку как бы и с применением нейронных сетей, поскольку машинное обучение, оно каждый раз обучается, это разные виды почерков, его можно обучить таким образом, так, чтобы при обработке уже следующих датасетов, да, она учитывала все ошибки, которые появились при распознавании там, первой группы, второй группы и третьей группы. Да. Чем хорошо машинное обучение? Тем, что при помощи рекурсированного метода, да, мы обучаем машину, как работать с такого типа, с такой письменностью. И вот когда отцифруешь. Вот у нас уже большая часть писем Хана Юйки используется для создания датасета, для выполнения распознавания, автоматического распознавания и обучения машин по распознаванию этих самых вертикальных символов. И когда исследователь имеет эту большую цифровую базу данных, да, согласитесь, что гораздо легче как бы искать ту или иную информацию. Ну, в особенности, например, да, то, что неинтересно, собственно говоря, историкам профессиональным, да, но интересно нам, лингвистам, с точки зрения именно лингвокультурологии, да, проследить какие-то моменты, которые отражают ту или иную культуру, да, нашего народа. И вот в письмах Хана Юйки нам, когда мы обработали вот таким образом, удалось обнаружить как бы контексты, в которых употребляется слово «белик», что значит «подарок». Да? И обработав этот массив, да, мы выявили, во-первых, какие подарки были, какие отправлялись, и что эти подарки, характер этих подарков, о чем же он говорит. И вот такое замечательное письмо нами было обнаружено, когда Хана Юка пишет Петру Первому, что просит передать в белом платочке ягоды для его супруги. Да? А в другом письме он просит передать в белом платочке просто белый платочек с чем-то в детям Петра Первого. И когда просматриваешь уже перевод, который сделан также в цифровом виде, да, ты видишь дополнение. Оказывается, что вот в этом белом платочке передался кусочки сахара, самого обычного, да, казалось бы. И вот такого рода подарки говорят о том, насколько близки были Петр Первый и Хана Юка, да, это говорит о том, что какие сердечные, искренние отношения связывали двух правителей, в данном случае калмыцкого ханства и в другом случае российского государства. Отношения, конечно же, у них были непростые. Иногда и Аюке хану приходилось отказывать Петру Первому, и Петр Первый отказывал хану Аюке. Это как бы даст, всегда бывает. Но тем не менее, вот эти отношения человеческие, которые можно проследить только через вот такой анализ, чисто лингвистический, да, лингвокультурологический, можно увидеть в этих письмах то, что связывало этих двух людей. Забота о государстве, забота о идее, да, о том, как решать государственные проблемы и никаким образом как бы, да,
как вот укреплять эту самую государственность. Хотя, конечно же, вот письма Хана и Юки, они свидетельствуют, да, о том, что непростые были отношения, но тем не менее очень сердечные, очень искренние, связывавшие два народа, калмыцкий народ, да, и, соответственно, русский народ. И никакого, так скажем, да, то, о чем пишут у нас на Западе, часто появляется это и в интернете, на западных, да, серверах, о том, что, вот вы, наверное, знаете прекрасно, вернее, такая известная работа Михаила Ходорковского, где встретились Восток и Запад, да, где пишется о том, что произошла колонизация калмыцкого народа, да, и что как бы калмыки потеряли свою, собственно говоря, да, независимость. Но здесь немножко неправильно расставлены акценты. И, во-первых, калмыки вошли добровольно в состав Российской империи и всегда находились на службе у всех императоров, да, российского государства, и выполняли государственные задачи. Стоит даже вспомнить хотя бы войну 1812 года, когда калмыки вошли в Париж. Вот, поэтому то, что событийно мы можем обнаружить в этих письмах, но именно лингвокультурологический анализ этих писем, да, говорит нам о том, что об этой повседневности и о тех отношениях, которые связывали два народа, и об отсутствии, да, колониального подхода по отношению к конкретно нашему народу. И я думаю, что вот эта мягкая сила управления, да, которая у нас имеет место быть в российском государстве, да, в России, она в принципе, да, позволяет сохранить и язык, и культуру, и традиции. Да. И это очень важно для каждого человека, который проживает у нас в России, поскольку каждый из них, каждый относится к определенной национальности и, соответственно, хочет сохранить свою традицию, свой язык и свою культуру. Я думаю, что та политика, которая сейчас осуществляется, она тоже позволяет это сделать. Ну, тут вопрос немножко в другом, конечно же, но тем не менее все ресурсы для сохранения, для ревитализации языка, финансирования, все выделяется. Ну, там более такие глубокие причины, поэтому тут вот, конечно же, не тема моего доклада, и это, об этом можно долго рассуждать и спорить, но на период существования калмыцкого ханства и на период существования Российской империи, в период правления Петра I, отношения между двумя народами были союзнические. И это самое главное, были равными. И, на мой взгляд, вот именно это отношение к союзнику, уважение к нему позволило решать различные государственные задачи Петру I.